Ежедневно по железнодорожным путям проезжают тысячи автомобилистов и велосипедистов. Многие из них, игнорируя красный мигающий свет светофора, становятся прямыми виновниками аварии на одном из самых опасных участков дороги – железнодорожном переезде. О том, чем чревато преступное поведение у пяти шлагбаума на дороге, красноречиво говорят цифры статистики. За 4 месяца 2014 года на белорусской железной дороге, в Беларуси, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, где пострадали 7 человек, 4 из них травмированы, один травмирован смертельно. Самая распространенная ошибка водителя при пересечении железнодорожных переездов является проезд на запрещающий сигнал светофора. В ходе мероприятия инициаторы провели инструктаж с водителями, напомнив еще раз, как нужно правильно пересекать железнодорожный переезд. Как оказалось, большинство водителей знают о том, как вести себя за рулем при опущенном шлагбауме. Но памятки и напоминания лишними не оказались. Прежде всего, значит, если загорелся семафор, независимо от того, закрыт шлагбаум или открыт, машина должна остановиться. Значит, естественно, состав проходит. Все, можно продолжать движение. Остановился, и все. Не доезжая 10 метров до первой рельсы или до шлагбаума 5 метров. Надо смотреть по сторонам, слева-справа, убедиться, что нет поезда, тогда ехать. В рамках профилактической кампании «День безопасности на железнодорожных переездах» будут фиксироваться все случаи нарушений, а также, что немаловажно, проводится проверка технического состояния путей.